Друзья мои, всем привет! Тема сегодняшнего видеоролика — выращивание ежевики. И в этом видео я вам дам несколько полезных советов. Это будет ответ даже как бы на вопрос. Мне часто пишут в комментариях и в соцсетях, такой вопрос задают: посадили саженец ежевики, а он не дает побегов замещения. Или дает их, но очень слабые и маленькие. Вот смотрите, у меня похожая ситуация. И я вам расскажу, что можно предпринять, и главное, когда предпринять эти действия, чтобы все-таки побеги замещения появились, ну и выросли хотя бы на метр, чтобы в следующем году у вас был хоть какой-то урожай. Вот что можно сделать. И в первую очередь это относятся эти советы, в первую очередь, конечно, к молодому кустику, который недавно посажен. Сейчас я вам показываю кустик как раз-таки молодой. Он второй год жизни на моем участке у него. Это ежевика сорта Колумбия Гигант. Один из самых новых сортов крупноплодной ежевики, которая ближе к росянике, потому что у нее стелющиеся побеги и без шипов, соответственно. Смотрите, что я сейчас буду делать. Я буду удалять безжалостно вот эти вот ягодки. Ягодки, которые, конечно, могли бы еще созреть. Я их буду все удалять, потому что, в принципе, я уже попробовал этот сорт ежевики. Он хороший. Вот эту ягодку даже можно съесть. Я уже знаю, какой он на вкус. И мне теперь надо ему помочь подготовиться к зиме. А конкретнее, чтобы у него вырос вот этот вот пока единственный побег замещения. Разные сорты ежевики, кстати, дают разное количество побегов замещения. И, в принципе, это важная характеристика, особенно для промышленных сортов, потому что чем больше побегов замещения, тем, соответственно, выше урожай, и тем меньше вероятность того, что в зимний период, допустим, если у вас будет всего один побег замещения, он может вымерзнуть, его могут сгрызть мыши, также он может просто-напросто обломиться у основания, то есть очень большие риски неполучения урожая при малом количестве побегов замещения. Поэтому я вот эту всю зависть зеленую, всю с этого куста удаляю. Таким образом, все его силы будут направляться на образование, на рост побегов замещения, подготовку к зиме. Видите, тут даже есть некое подобие цветочка, даже вот еще завязывается. Это я тоже, естественно, все, видите, выщипываю. Итак, все зеленые ягоды, все соцветия я убираю. Это так называемые, можно назвать их зеленые операции по аналогии с виноградом, зеленые операции на ежевике. Жалко, конечно, вот смотрите, какая ягодка, она бы буквально через несколько дней бы созрела, но ежевики у меня много на других сортах, а этому кустику я дам возможность хорошо подготовиться к зиме. Повторюсь, что сорт новый, мало пока изученный, особенно в средней полосе, но подающий большие надежды. Обзор на этот сорт ежевики у меня есть, вы можете посмотреть его в отдельном видео, ссылочка будет в конце данного видеоролика присутствовать на экране. Также у меня есть еще один ролик, посвященный проблеме отсутствия побегов замещения. Он более развернутый, более широкий, более подробный. Вы его также можете посмотреть по ссылке в конце данного видеоролика. Появится ссылочка у вас на экране. Нажмете на нее и посмотрите этот ролик. Итак, первое мероприятие. Удаляю все я завязи зеленые. Первое мое, так скажем, действие с этим кустом. Также все плохо развившиеся, все засохшие, все завязи надо удалить. Ну и второе, конечно, действие, которое будет не лишним, а очень даже полезным для данного куста, которое я уже провел, но настоятельно рекомендую вам провести. Я рекомендую вам удобрить минеральным удобрением, комплексным, с микроэлементами. Вот на такой кустик достаточно 1 столовой ложки удобрения. Рассыпаем, если оно просто сухое, гранулированное, по периферии куста, по диаметру, и в дальнейшем поливаем. Также можно сделать небольшие углубления с глубиной примерно по 10 сантиметров и
заделать удобрение в эти углубления, тогда оно быстрее поступит к корням, либо просто рассыпать. И после внесения удобрения, после заделки его в почву, конечно, нужно полить растение водой в количестве, ну, не менее 10 литров. То есть одной лейкой воды будет достаточно для молодого растения. Вот такие два нехитрых способа, так скажем, улучшения состояния куста, а также направленные для того, чтобы побеги замещения наконец-то появились. Проводить эти мероприятия надо не позже двух месяцев до периода, когда вегетация становится, то есть до наступления заморозков, чтобы было примерно 2 месяца. Вот за этот период куст вполне может нарастить хорошие побеги замещения. Надеюсь, что вот этот побег у меня себя хорошо проявит и будет хорошо развиваться. И, ну, конечно, я надеюсь, что еще появятся из центра куста также побеги. Сейчас начало августа, времени еще много. В моем климате это порядка 3 месяца у меня есть в запасе для того, чтобы появились побеги замещения, чтобы они выросли, ну, хотя бы на 1,5 метра в высоту и немного, ну, так скажем, в основании вызрели, одревеснели. Друзья мои, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Остались вопросы, задавайте их в комментариях. Если видео было полезным, либо понравилось, можете поставить такой значок лайк. До новых встреч, всем хорошего, пока-пока.